Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале «Северное вязание». И сегодня я начинаю снимать мой новый вязальный влог. Начинаю я его снимать вот с такой локации, и хочу вам похвастаться, что на даче все-таки нашелся уголок для меня, где я могу снимать для вас видео. И еще хотела ответить на вопрос, очень популярный, где же моя собака? Вот она всегда с нами. Она за свою длинную жизнь, ей 14 лет, она путешествовала всегда с нами. Да, и, конечно же, на даче она тоже с нами. Она домашняя, на улицу, но она не выходит, она слабовидящая. И поэтому в основном, чем она занимается, она спит. И спит она всегда с нами. Ну, то есть в кровати. Так, но на этом про собаку все. И мой муж замечательный, чудесный, оказывается, обо всем уже позаботился. И сделал для меня стол и стул, и даже нашлась лампа настольная. В общем, огромное ему спасибо. Я сейчас вот отмывала этот стол, потому что столешница нашлась в сарайчике. Ножки муж докупил. Стул тут тоже был. Вот. И сейчас я отмывала, в общем, эту столешницу. В общем, я ее отмывала и терла, но все равно, конечно, на ней видны следы использования. И что у меня есть? Смотрите. Я уже думала, может быть, вот такой фон нам с вами понравится больше. Это такая льняная салфеточка, вышитая крестом и обшитая кружевом. В общем, все как я люблю. Я не помню уже, где, на каком, в каком магазине секонд-хенде я ее купила. Но это такая она маленькая, квадратная, на какой-то небольшой, может быть, кофейный столик в беседке, да. Вот. И я думаю, может быть, положить сюда ее. Ну, у меня погладить, разумеется, да. Отпарить ее. И тогда вот этот цвет не будет нам с вами, видите, бликовать, как он это делает от поверхности стола. Вот такая красота. Что скажете? Тут я уже так украсила сама. Я люблю, когда вокруг меня все красиво. Набрала тут просто во дворе цветочки, подсвечник. Сегодня я вам уже, да, показала, вставила кусочек видео. Какая у нас погода. Лето кончилось. И такой ливень, ветер очень сильный. Ну, потому что мы на берегу моря. Тут, конечно же, ветер прям порывистый, такой ураганный. Зато спать ночью было просто чудесно. Под барабанящий звук по крыше. Ну, от дождя, боже мой, мы спали сегодня где-то до 10 утра, это чудесно. Вот, ну а теперь о вязании. И у меня есть готовая работа, но она не постирана, как я и говорила в прошлом видео, да, те вещи, которые я не собираюсь носить прямо сразу, я стирать не буду, буду их стирать уже по приезду домой. И это мужские носочки вот таким симпатичным узором. Я рада, что я вдохновила кого-то тоже на вязание мужских носков. Ну да, надо нам заботиться о наших мужчинах, правда же? Вот. Связались быстро. Ну, в принципе, если носки я вяжу с таким, знаете, вдохновением на носки, а не потому что нужно, да, тогда я вяжу их действительно быстро. Ну, то есть один день, один носок большой. Если женский, то, например, на мой размер, там 36-37, я могу и за день связать. Поэтому я и не очень люблю вязать женские носки, потому что очень быстро кончаются, ну, заканчивается процесс. И, как я и предполагала, у меня осталось очень много пряжи. Я не знаю, сколько точно, у меня на даче нет весов, к сожалению. Ну, такой, знаете, приличный моток. И у меня был план, ну, я так и предполагала, да, что пряжа останется.
У меня есть вот такая пряжа, секцион, ну, то есть она будет как в жаккард укладываться, да. И я как раз таки планировала, что к ней в пару подойдет вот эта пряжа. То есть я буду вязать опять мужские носки, но резинка и мысок будут вот такого цвета. А пяточка будет вот такая секционная. Какая пяточка, пока не знаю. Может быть, бумеранг для разнообразия. Но это я не сейчас буду начинать, а когда-нибудь, когда мне опять захочется повязать носки. А сейчас, что я буду делать сейчас? А сейчас я буду вязать вот этот джемпер. Джемпер ажурный. По описанию о Малика я оставлю вам ссылку на него. И огромное спасибо девушке, которая откликнулась на мою просьбу, да. То есть, ну, я попросила в прошлом видео тех, кто вязал этот джемпер, написать мне о том, как оно все прошло. И девушка написала и сказала, что да, он большой, то есть он оверсайз, и что результат, конечно же, стоит всех потраченных усилий. Поэтому я очень вдохновилась на ваш комментарий. Огромное спасибо. И я сегодня... У нас муж уехал по делам на целый день. Свекровь взяла мальчика маленького. И они тоже куда-то поехали, но он... бабушкой крутит, вертит, как хочет. В общем, не знаю, куда он ее потащил. А я одна, ну, с Асей. И на улице дождь, соответственно, никуда я не собираюсь. И у меня вот такой амбициозный план сегодня за сегодняшний мой вязальный день вывязать еще один раппорт в высоту. То есть еще 16 рядов узора. Вот, очень надеюсь, что у меня все получится, да, что я нигде не собьюсь с узоров и не надо будет распускать. Вот, и еще почему я вдохновилась. У нас, оказывается, я узнала сегодня утром, что буквально в 200 метрах от моей дачи, вот, очень близко. Буквально выходишь из ворот кооператива, да, и переходишь дорогу, и сразу здание, где проходят два раза в месяц рукодельные встречи. Нет, вы представляете? Вот прям как-то все так ладно и складно получается, да. И следующая рукодельная встреча будет 11 июля. Сегодня, кстати, 1 июля, да, девочки, всех поздравляю с середины лета. Начинается самый, я надеюсь, жаркий месяц, я очень надеюсь, вот, по погоде не скажешь. Короче, 11 июля будет эта рукодельная встреча. И я, конечно же, обязательно туда пойду. Я уже написала, да, что я пойду. И я обязательно хочу пойти туда в обновках, разумеется. Я не знаю, какая будет погода. Вот, например, если такая, как сегодня, то я бы с удовольствием одела, например, какой-то сарафанчик и сверху вот этот хлопковый джемпер. Да. Вот, поэтому... будет очень-очень интересное мероприятие для меня. Еще что я хочу начать вязать еще. То есть это сегодня, да, у меня мой сын со свекровью. Все остальные дни он, конечно же, будет со мной. И мы ходим там вот на море, на площадке. Если будет дождливая погода, то мы будем ездить в детскую комнату. Ну, чтобы он не скучал, чтобы каникулы он провел как можно более активно. И мне с собой нужно будет взять какой-то небольшой процесс и без схемы, чтобы был процесс, да. Носки я пока что, ну, не хочу. Я чуть-чуть сделаю паузу. И я решила начать вязать крючком. У меня вот такой замечательный набор. Мне подарила его моя зрительница. И я прям не устаю ее мысленно благодарить, потому что это очень удобный набор крючков.
У меня все нужные номера всегда под рукой, удобно взять с собой, да, вот, и я буду вязать сумку, да. В понедельник у меня на канале вышло видео о моих летних планах, да, и там я говорила, что я безумно хочу связать из этой пряжи майку и хочу посмотреть, как эта пряжа ощущается на теле. Но опять, короче говоря, майки не случится пока что. Может, еще и куплю. Значит, это пряжа Бамулин от Drops, и это хлопок и лен. 53 хлопок, 47 лен. Это такая очень грубая пряжа. И я хочу связать сумку. Я вам ставлю фотографии. Сейчас эти сумки очень популярны. То есть они вяжутся сеткой, но они такие с донышком и с боками. Я не буду там писать это Prada, как сейчас все делают. Нет, я просто свяжу ее сеткой филейной, и бока будут столбиками с накидом. Вот. И, в общем-то, да, до вот этой рукодельной встречи мне бы хотелось сумку эту связать и прийти с ней туда. Да, я себе уже такой наряд, ансамбль такой хочу придумать. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. Посмотрю какие-нибудь мастер-классы на YouTube 100% есть. Или сама там, в принципе, нетрудно. Там надо связать донышко и потом просто вязать вверх. Вот, то есть ничего сложного нету. Надо подобрать крючок, во-первых, да, под этот, под эту пряжу. Здесь толщина пряжи, она толстая, кстати говоря. А, ого, 50 грамм, 85 метров. Вот, то есть, не знаю, начну, может быть, с 3,5-4 крючок. Ну, попробую сейчас. Ну, сейчас не сейчас, а сегодня. Сейчас-то я буду вязать вот этот джемпер. Вот такие у меня планы, девочки, на эту неделю пока что. Но вся неделя еще впереди, 7 дней. И, в общем-то, может еще все круто измениться. Потому что я такая очень нестабильная вязальщица. Я могу все забросить и начать кучу совсем других процессов. Ну ладно, обо всем будем говорить по порядку. Желаю всем теплой и очень рукодельной и вдохновляющей недели. Всем привет! Уже у нас прошло несколько дней даже с моего последнего подключения. У нас тут шторм, барабанит дождь. В общем, очень шумно как-то в доме. У нас домик маленький. Вот. Что я вам хочу показать? Что я тут вязала? Я таки начала вязать авоську, которую грозилась начать. И, кстати, я ее тут мучила и перевязывала. Я вообще планировала начать, вязать ее по кругу. То есть связать донышко, да, и потом начать вязать по кругу, здесь сеткой, здесь столбиками с накидом, и вот эти вот швы, как бы а-ля швы, да, их выделять пышным столбиком, да, ну, это когда ты с другой стороны вводишь крючок. И я, ну, связала уже порядочно, но мне не понравилось. И мне не понравилось то, что вот именно эти швы, ну, не выделялись так сильно, как вот я на фотографии сумочку вам показывала, да. И плюс мне не понравилось столбик с накидом здесь.
было как-то расхлябано, и тем более дно такое тоже столбиком с накидами вязал. И я это все распустила и решила вязать по частям. Да, то есть я связала две детали сеточкой вот этой филейной, связала отдельно дно уже столбиками без накида, чтобы было, ну, такое, знаете, более стабильное и жесткое полотно. Ну, хотя это все-таки хлопок и лен, да, была бы это, например, рафия или какой-нибудь полиамидный шнур. Вот, ну, в общем, связала, да, и вот таким образом я соединила, то есть здесь уже шов у нас такой четкий, да, края четкие. Мне нужно пришить другой бок, потом обвязать верх и пришить ручки. Ручки я тоже вязала столбиками без накида, не очень длинные. Потому что, ну, авоську я обычно ношу на плече. Вот. И эту ручку я еще не довязала. В общем, вот. У меня в планах сегодня это закончить уже. Так, я постоянно каждую часть, когда я начинала вязать, я начинала от нового мотка. Поэтому у меня вот такие остатки. Остатки остались. Маме помидоры подвязывать. Дропс бамулин. Такая очень жесткая пряжа. Но, честно говоря, ну не очень-то, да, она такая сумку, то есть из нее вряд ли получится связать. А вот авоську вполне. Вяжу крючком номер 3. В итоге попробовала 3,5, но опять же, вот именно боковушки были такие расхлябанные. В общем, мне хотелось более жесткой конструкции. Вот. И сейчас, насколько я вижу, у меня уйдет 4 мотка. Ну и вот эти вот остатки останутся, да, вот эти обвязки. Вот, ну то есть я... Взвесить у меня не получится, у меня весов нету, ну, если только потом по возвращению домой. Вот, такие новости. Решила я треугольник здесь не вывязывать. Хотя я, кстати, сегодня видела в Инстаграм у одного блогера, на которого я подписана, такую авоську, здесь этот треугольник, и тут написано «Париж зовет». Так мило. Вот, но я вот не сделала этот треугольник. Моей свекрови очень понравилась вот эта заготовка, так что, возможно, я свяжу потом еще и ей такую сумочку, но только, скорее всего, ей нужно будет еще какой-то подклад туда вшить. Ну, не знаю, посмотрим, в общем. Вот, чем я тут занимаюсь. И мой джемпер ажурный. Вот так вот. Вот так вот выглядит. Да, девочки, я почитала ваши комментарии под моим последним видео. Огромное спасибо вам за то, что делитесь со мной своим опытом. И да, я тоже пришла к выводу, что, во-первых, мне не хватит пряжи. Там, ну, мотков 5 аж мне не хватит на тот размер, на который я вязала. Я могу, конечно, эту пряжу заказать, но тогда будет это все весить, ну, килограмм, ну, как бы это много, и он будет оттягиваться вниз, ну, то есть не пойдет так. Это уже дело принципа, я буду вязать заново и буду вязать первый размер. У меня также есть сомнения, хватит ли мне пряжи, но... Там уж точно максимум там 1-1,5 мотка, если придется заказать, да, но не больше. Ну, в общем, посмотрим. Я сейчас довяжу эту авоську, чтобы на рукодельную встречу хоть с чем-то рукодельным прийти. И тогда по новой начну вязать этот вот джемпер, потому что девочки, которые его вязали, написали мне, что да, даже первый размер, он очень такой оверсайз. Вот. Такие дела. Да, к сожалению, столько дней работы, и все зря. Но ничего, это тоже опыт, но это мы обязательно свяжем.
Обязательно. Так, сейчас у нас, я сказала, да, что у нас шторм, штормовое предупреждение, и дома сидит скучно, ребенок скучает, поэтому мы сейчас поедем по магазинам, и, возможно, мы даже заедем в магазин пряжи. Я не знаю, почему, я не знаю, что со мной происходит, но, видите, то я без перерыва вязала носки, хотя я их никогда не любила вязать, то теперь у меня какое-то вдохновение невероятное на летнее вязание. Никогда в жизни со мной такого не было. Я вообще не очень любила всегда вязать из пряжи растительного состава. А сейчас мне прям хочется, у меня куча идей, поэтому пойдем, наверное, с вами сходим в магазин пряжи, посмотрим, что там предлагают из летней пряжи, возможно, что-нибудь прикупим. Вот такие планы. Ужас, как темно. Я не знаю, что делать. Моя лампа эта маленькая не справляется, видимо. Но у нас до сих пор дожди, грозы. Такие прям, знаете, очень, честно говоря, красивые тучи, которые на фото, на видео очень красиво выглядят, да. Но хотелось бы, конечно, солнце, девочки. Ну ладно, имеем, что имеем. Смотрите, что я вам хочу показать. Я хочу вам показать свои покупки пряжи. Я вам, да, обмолвилась, что мне прям так хочется чего-то купить, и я купила. Хочу только сделать акцент на том, что все это куплено в разные дни. В разные дни, и то есть тут... Это еще не все, сейчас я еще принесу кое-что. Вот еще. Здесь в общей сложности 3 покупки из 3 разных магазинов в разные дни и с разным настроением. Вот сейчас, сегодня я смотрю и думаю, что кое-что я бы не купила. Ну ладно, уже что есть, то есть. Давайте начнем, значит, посмотрим поближе все это дело. Во-первых, неожиданная абсолютно покупка, абсолютно. Вот это. Значит, мы с ребенком были в каком-то магазине пряжи, и, значит, я последнее время всегда вязала, ну, не всегда, много носков. И ребенок часто спрашивал, а это кому, это кому? Я говорила Данику, старшему сыну. И тут он заявил, что а мне это самое, когда что-нибудь перепадет. И я говорю, ну хорошо, а что ты хочешь, чтобы я тебя связала? И знаете, что он сказал? Он сказал панду. Окей. И вот что я купила именно для вязания панды. Я купила плюшевую пряжу. Я вообще не вязальщица игрушек. То есть я за, не знаю, за свою жизнь, может быть, 4 связала от силы. Но из плюшевой пряжи я не вязала никогда в жизни игрушек. Я вязала плед, когда была беременна, но это все. В общем, вот такая пряжа Воланс Ярн Банни Бэби. Очень приятная, ребенку, конечно же, она безумно нравится. Это 100% мягкий полиэстер, 100 грамм, 120 метров. И это опять-таки Турция. И там в магазине, это я купила в магазине город Марду, магазин называется Нитка, нитка.ее, если кому интересно. Вот, там много турецкой пряжи, и там также можно купить игрушки вязаные, там такие большие даже есть. И, значит, вот эта вот продавщица, хозяйка, да, как я поняла, вот она вяжет игрушки, и она вот посоветовала, что она тоже вязала панду, что ушло больше белого и меньше черного. Посоветовала, как быть, если мне не хватит, например, да, пряжи черного, например, цвета, там ушко сделать, там одно черное, одно белое. Ну, в общем, смысл панды какой? Это медведь, да, с черными кругами под глазами. Ну, смысл такой. Хотя она сказала, что она вязала по какому-то мастер-классу на YouTube, где панда из плюшевой пряжи, я еще не искала. Также там я купила голубые глаза. Не знаю, пойдут ли они или нет, но, в общем, взяла носика. Я там не было подходящего размера, но носик можно вышить. Вот, но это я буду вязать уже по приезду домой, потому что наполнителя у меня дома много. Здесь я его не хочу покупать, чтобы он здесь там потом валялся, или ввести его в
Финляндию. Поэтому, да, это, в общем, этот процесс уже будет у меня вязаться дома, но я уверена, что это будет быстренько. И там же, в этом магазине, я нашла вот такую пряжу. Смотрите, какая чудесная. Это пряжа Нако Фиоре или Фиоре, не знаю. И, насколько я слышала от одного блогера уже года два назад, что эту пряжу сняли с производства. Хотя она очень-очень неплохая. Видимо, я купила, да, какие-то остатки. Там было буквально 5 цветов, какие-то голубые, розовые. И вот этот шикарный цвет я забрала. Все, там было 6 мотков. У меня 2 уже, по секрету скажу, в работе. И здесь у нас состав 25 лен, 35 хлопок и 40 вискоза. Очень приятный состав. Очень приятная она тактильно. И напоминает Drops Belly, только тоньше. Здесь, по-моему, 50 грамм, 150 метров. То есть тоненькая пряжа. Рекомендуют спицы 3-3,5. И меня, ну, покорил этот цвет, на самом деле. Вот, очень красивый цвет. Я не знаю, из-под какой тучи, но вылезло неожиданно солнышко. Вот, но это ненадолго. Дальше. Что у меня тут дальше? Вообще абсолютно в другом магазине. Этот магазин уже находится в районе Мустамая. И сейчас я не помню. Это Лиан Лингат или что-то такое. Он, в общем, находится в магазине тканей. Такой угол выделен для пряжи. В общем, что я тут взяла? Я взяла Ализе. Ну, как вы видите, конечно. В общем, у меня уже достаточно давно, уже, наверное, года 3, есть идея в голове связать футболку. Футболку, значит, я представляю, в принципе, как это технически сделать, да, то есть выкройка у меня в голове есть. Но как это рассчитать, например, на другие размеры, вот это я не могу как-то придумать, потому что, ну, таким способом я еще, во-первых, не вязала, и мне нужно попробовать, да, хоть себе размер какой-то связать, чтобы вообще попробовать. И я для этих целей решила взять пряжу, пряжу бюджетную, да, ну, потому что если не получится распускать туда-сюда, да, это не очень жалко. И вот я выбрала, значит, секционную пряжу и, ну, выбирала, разумеется, чтобы в секционной была какая-то секция, вот вы видите, да, прям один в один совпадает вот эта вот голубая секция. Ну и вообще желтый-синий – это классическое сочетание. Я считаю, вот, взяла, ну, тут, наверное, все знают, да, эту пряжу, это полухлопок, 100 грамм, 330 метров, 2 мотка, это 660 метров, и это тоже 330, но она секционная, да, вот нам предлагают из нее, например, вязать цветные бабушкины квадратики. Или вот такая вот штука. Значит, это размер. Это цвет 67-86, а это светлый джинс. И это 3-7-4. Вот такие вот моточки. Я еще не начала, потому что у меня сейчас как-то очень много процессов. И мне нужно будет на следующей неделе начать еще один процесс. Ну ладно. И взяла еще вот эту пряжу, потому что, разумеется, все девочки вяжут из нее последнее время, а я ее в глаза не видела. Ну вот взяла один моток, например, на носки себе, почему нет. Это толстая носочная пряжа, опять же, Ализе, и здесь 100 грамм 200 метров. Ну, то есть, например, как на Авито 7 братьев я вяжу, да, вот. И такую пряжу я вяжу на спицах номер 3 всегда. Вот. И мне понравилась эта осенняя расцветка. Вот. Я знаю, что у меня уже ближе, ну, где-то в августе, да, уже у меня начнется осеннее настроение. И мне обязательно захочется повязать вот что-нибудь такое. Дальше. Последняя покупка.
покупка, и я думаю, что на этом я с покупками закончу. Это то, что я вам говорила в своем прошлом влоге. Я хочу попробовать, пока я в Эстонии, да, я хочу попробовать эту пряжу. Потому что это пряжа из магазина Carnalux. Он находится, этот магазин, в центре Таллина на Тартусском шоссе, где сейчас все перекопано, и на машине ехать проблематично, поэтому я ее заказала, и здесь мне пересылка из Таллина в мой вот этот город, да, где я сейчас нахожусь, обошлась 1 евро 20 центов. Это прекрасная цена. Вот я заказала по 3 мотка, и да, я хочу ее попробовать, возможно, связать образец и решить, как бы, что с ним делать, да. Смотрите, это пряжа Нака, Нака Джульет, и это 88 шерсть, 12 полиамид. Это пряжа букле, то есть барашки, и толстенькая пряжа, 100 грамм, 95 метров, рекомендуют спицы номер 8-10. Так, я взяла 2 цвета по 3 мотка, да, я уже сказала. И это цвет 11-35, такой прямо сочный, да, зеленый, как свежая зелень по весне. А вот это такой, ну, мне нравятся бежевые цвета. И это 2000 цвет. Вот, мне очень понравился этот состав, во-первых, да, потому что, например, у Ализе тоже есть букле пряжа, но там практически половина шерсти, половина синтетика. Здесь же очень много шерсти, и она толстая, то есть из пряжи Ализе, например, я вязала варежки-барашки там в 3 нити, что ли, ну, потому что она тоненькая. Да, варежки-барашки, кто не знает, я вязала на продажу варежки-барашки из буклированной пряжи, то есть я вязала из пряжи Drops Alpaca Букле, но там очень скудная палитра, всего 5 цветов, поэтому я еще покупала Ализе Букле, и там уже, конечно, палитра гораздо веселее, но, опять же, повторюсь, что много акрила. Вот, и теперь вот только недавно в Carnalux поступила вот эта пряжа, и я, конечно же, сразу загорелась попробовать ее. Опять же, да, на что я еще вязала из пряжи букле? Я вязала шарф, я вязала шаль, ну, не шаль, а бактус, да, то есть не треугольный платок лицевой глади. У меня уже нету его в наличии. Вот, ну, то есть, да, этой зимой, которая прошла, я была так сильно увлечена буклированной пряжей, и у меня до сих пор остался план, и даже пряжа осталась, чтобы связать кардиган из нее. Ну, а что я буду вязать из этих 6 мотков? Я буду вязать шарф. Да, шарф, то есть половина шарфа будет вот такая зеленая, половина будет бежевая, и варежки какого-то из этих цветов, да, я еще пока не решила, какие будут варежки, возможно, вот такие, к шарфу. Ну, то есть это такой комплект. Вот, все, это все мои покупки. Вот, девочки, если вы уже успели попробовать эту пряжу, то, пожалуйста, поделитесь, что вы из нее вязали, как она вам. Вот, мне будет это очень любопытно, потому что цена адекватная, состав прекрасный, вот, и палитра хорошая. Ну, в общем, да, будем пробовать. Вот, такие у меня покупки.
Ну и сегодня у меня уже субботнее утро. Я думаю, что нужно заканчивать этот влог. И давайте подведем итоги моей рукодельной недели. У меня одна готовая работа. Это моя авоська. Я ее заутюжила вот так. Ну, то есть, как эти сумочки обычно и блокируют, да. Конечно, мне бы очень хотелось связать такую сумочку более жесткую, из какого-нибудь шнура. Но вряд ли я буду это делать, потому что, честно говоря, уже при вязании вот этой конкретной авоськи у меня начали болеть запястья. Ну, крючком, пряжа жесткая, пряжа бамулин от Drops, пряжа жесткая, стараешься вязать очень туго, да. И, в общем, да, болели запястья. Где-то 2 дня даже не проходила, поэтому вряд ли я буду этим заниматься. Такое донышко. Ну, в общем-то, готово, и сегодня она у меня уже пойдет в дело. Да, сейчас у нас, повторюсь, субботнее утро. Я жду родителей мои сейчас к нам сюда подъедут, и мы пойдем на ярмарку. Да, у нас в деревне сегодня ярмарка. Я обожаю такие деревенские летние ярмарки, где можно купить много каких-то свежих овощей, там каких-то домашних всяких яиц, сыра и все такое. Также часто на таких ярмарках что-то рукодельное тоже продается. В общем, пойду, возьму с собой авоську, надеюсь, наполню ее какими-то вкусными, полезными продуктами, возможно. Так, давайте дальше. Мой процесс — это опять-таки мой джемпер. Да, начала его вязать заново, как и говорила. И честно вот вам признаться, вяжу без схемы абсолютно. Посмотрела на схему только когда после резинки расставляла маркеры, ну, для обозначить, где кончается один узор, начинается другой. Так просто легче понять, если какая-то ошибка в узоре, что ты где-то там накид какой-нибудь забыла или еще что-то, так сразу понятно. Без маркеров это было бы, конечно, сложнее. И у меня сейчас я вяжу уже второй раз раппорт, уже 5-й ряд. И смотрите, что я изменила. Резинку. Я еще в прошлый раз, когда начинала вязать второй размер, я провязала резинку, и только тогда до меня дошло, что этой ажурной резинкой придется обрабатывать и горловину. Если посмотреть на фото, давайте я вам еще раз его вставлю, горловина там очень широкая, то есть это буквально лодочка, которая вот на плечах держится, и то есть еще вот такая ажурная резинка в хлопке, да, и вот тогда у меня уже тоже закрались сомнения, что лучше бы я, конечно, это очень красиво и там все такое, но лучше бы я сделала именно горловину, да, обычной резинкой, вот. И раз уж я все начала сначала, то почему бы нет? Почему бы, я надеюсь, автор этого дизайна на меня не обидится, что я так поступила, но вот как-то у меня такое, знаете, интуиция, что надо сделать так, а не иначе. И, ну, неплохо, по-моему, просто резиночка 2 на 2, без этих вот ажурных включений в изнаночные петли. И переход тоже от резинки к узору выглядит очень гармонично. И, в общем-то, да, то есть теперь можно спокойно горловину обрабатывать также и манжеты. Вот вяжу теперь, значит, на первый размер, но все равно петель очень много, очень. Вот девочки, которые мне писали под прошлым влогом, что они тоже сейчас вяжут эту вещь, пишите, пожалуйста, закончили ли вы ее, возможно, уже носите, делитесь, пожалуйста. Я сейчас, в общем, очень легко идет вязание, да. Главное не забывать перещелкивать этот счетчик. В общем, сейчас я вообще не смотрю на схему, все уже просто. Даже не могу поверить, что неделю назад у меня
эти узоры вызывали прям панические атаки, когда... Вот. Но потом я думаю, что когда я... Это по кругу, да, вязание. Оно легче, когда я перейду на вязание туда-обратно. Ну, то есть, когда будут разделения, там убавки еще будут. Вот, то там уже нужно будет больше внимания уделять описанию. Но пока что все идет очень даже легко. Вот. Но, несмотря на это, что у меня в работе такой, казалось бы, красивый процесс, я завела еще один процесс. Да. И завела я его из вот этой пряжи. Из этой красивой пряжи. И я вяжу майку. Да, я не удержалась, просто мне очень безумно понравился этот цвет. Этот зеленый хаки цвет. Я его вообще обожаю. И вот сейчас я примеряла майку и думаю, не буду переодевать обратно на леску, а вам покажу вот так, потому что я вяжу на леске 60. Да, ну то есть очень. А сейчас я примеряла. У меня всего тут 20 рядов после подрезов. И пока что все очень неплохо. Значит, майка. Майка, ну, майка, да. С круглой горловиной вязала сверху вниз, и здесь сейчас потихонечку делаю прибавки, но немного, то есть не так, чтобы она прям силуэтом пошла или как клёш была, да, а так слегка, то есть через 10 рядов я добавляю разброса на 10 петель. То есть, чтобы не были такие радиусы, не радиально, да, а вот в разброс добавляю 10 петель и сделаю это еще два раза. Вот я сейчас примерила, да, и посмотрела, что надо еще два раза так сделать. Вот, получилось у меня это не с первого раза. Смотрите, какая у меня история случается с образцами. Я, значит, связала образец, постирала, посчитала. И начала вязать спинку, тут все дело начинается со спинки, да, на временный набор, вот, и, значит, спинка, я вяжу и понимаю, что, ну, это нереально, то есть это на мужа моего спинка, вот, я не понимаю, в чем дело, оказалось, что на образце у меня плотность гораздо туго я вяжу, короче. А вот на большой уже, когда надо набирать там 70 петель, у меня вообще другая плотность. Вот такая вот история бывает. Так что, да. Поэтому я сейчас вяжу, чуть-чуть свяжу, примеряю, чуть-чуть вяжу, примеряю. Для этих целей, конечно, лучше бы приобрести портновский манекен. И я уже тоже посмотрела в Карналюксе, они стоят бешеные деньги, просто бешеные деньги. Я такое себе пока что позволить не могу. Поэтому примеряем. У меня всегда, вот когда я вяжу майки, да, или какие-то топики, у меня всегда есть одна проблема, либо такой страх, да, что вот в этом месте, да, будет слишком свободно, будет оттопыриваться, и, ну, в движении особенно, да, то есть, например, будет видно нижнее белье. Вот, поэтому я очень тщательно примеряю, кручусь около зеркала, там руки поднимаю, то все. Вот, то есть здесь все в обтяжечку, а здесь вот начались как бы такие очень рассеянные прибавки, такие, ну, здесь, по-моему, 184 петли было после, да, объединения, и то есть по 10 петель за ряд, ну, это очень такое, такие очень легкие лайтовые прибавки, вот, возможно, для этих целей нужно вязать, как они, выточки, но я пока на этот подвиг не готова. Вот, так что пряжа классная, девочки, пишите, пожалуйста, правда ли, что ее сняли с производства, потому что это прям потеря-потеря, действительно. То есть пряжа тоненькая, вот, например, Drops Belly, да, тот же состав, но она толстая. Ну, то есть, как бы, для лета вообще может быть жарко.
А это, ну, просто прекрасная пряжа. И вот такая вот история, что ее сняли с производства, с какой-то стати. У меня 6 мотков, это второй уже в работе, то есть мне 100% хватит. Обвязка у меня будет лицевой резинкой. Ну, так, чисто для просто. Ну, я понятно, да, что это резинку не держит, эта пряжа, но... В общем, да, вязать и вязать еще. Сейчас просто нужно гнать вниз долго-долго, 40 сантиметров. Потом резинка и все. Тогда можно будет уже обрабатывать мои края. В общем, пока что мне все очень сильно нравится. И вот именно эта пряжа просто увела мое внимание с этого джемпера. Хотя этот мне тоже очень сильно нравится. Смотрите, какие цвета летние, да? Вот, по-моему, красота. Ну ладно, посмотрим, что я буду вязать на следующей неделе. Обязательно вы об этом узнаете уже через неделю. У меня сегодня все. Буду с вами прощаться. Желаю вам жаркого, солнечного лета. Желаю здоровья. И до скорых новых встреч. Всем пока-пока.